Городской общественный транспорт медленно, но верно возвращается на свои маршруты. В начале августа из-за ремонтных работ теплосетей многие улицы Уральска были перекрыты. Сейчас работы окончены. Тепло подается каждому дому, и подрядчики уже застилают дорогу старым асфальтом. Новый появится не раньше следующей весны. Утром 23 октября был открыт проспект Евразия от пересечения с проспектом Достык до улицы Курмангазы. Это должно разгрузить движение и избавить горожан от неудобств, которые им были доставлены ранее. Жители все знают то, что вот у вас маршрут обратно возвращается, и то, что вот остановка здесь теперь работает снова открыта. Не знаю, нет, наверное. А кондуктор предупреждает? Я сам только сегодня узнал, да. Кондуктор предупреждает. А жители где сейчас выходят? Вот, получается, раньше выходят или как? Ну нет, почему говорим, что сюда едем? Мы вот сегодня вот ходили перед поликлиникой, надо нам идти. Мы вот сели на семерку, когда селекционный дан, думали, на той стороне будут ходить. Сейчас вот остановился здесь хорошо, удобно.